более-менее приемлемая и с входящим завтраком гостиница, которую мы здесь обнаружили, это вот Автопапа. Мы здесь 2 дня находились. Номера не скажу, что айс, но перекантоваться и выйти сразу на базар. Выходишь с гостиницы, вот. Это все нескончаемые рынки. Этот рынок еще дальше, 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 и километрами уходит дальше. И по этой стороне, если видно, не отсвечивает солнце, тоже рынки огромные. Рынки, рынки, рынки. И это все получается вот в этой гостинице. Автопапа. 130 лари стоит номер. Две раздельные кровати, номер 130 лар. Завтрак входит. Завтрак, в принципе, очень вкусный.